Всем привет! У нас часто спрашивали зимние комплекты, гусеницы и лыжи на мотоцикл. Теперь у нас такие комплекты появились на мотоцикл и на питбайк. На питбайк в комплекте у нас две лыжи и вот такой вот задний модуль. То есть вы убираете маятник, сюда крепите раму и все готово. Тут у нас идет рычажная система с двумя амортизаторами и тормоз. Привод осуществляется через звездочку, и которая раскручивается уже гусеницу. На мотоцикл у нас уже идет одна лыжа с таким амортизатором. По заднему модулю здесь у нас также крепится на раму, то есть маятник полностью убираете, крепите сюда, к раме, задний дисковый тормоз. Привод осуществляется также через звездочку, и уже идет цепь на гусеницу. Тут у нас уже идет подвеска немного посложнее, тут уже стоят два амортизатора.